то думаю, что он может надеяться с этим результатом на финал. Ну, а у нас четвертый забег. Кристиан Потаров, болгарин. Анхель Диас на второй дорожке, представитель Испании. Сархат Булут, Турция, по третьей. Матей Балуч, это представитель Словакии. Джек Самнерс, пятая дорожка. Александр Иканару, румын. Седьмая дорожка. Коуа, Франк Коуа, это итальянец. И Женис Лавалет. А вот у него, обратите внимание, на персональное достижение 13,39 секунды. Да, он идет третьим в европейском рейтинге среди своих, своей возрастной категории. И, ну, а французская школа барьеров всем известна тоже. Там достаточно барьеристов высочайшего класса. Достаточно назвать Мартино Лагарда, да, и все уже стоит, да, на свои и чемпионат, места. Рекорд чемпионатов Европы, кстати, принадлежит Вильгельму Беласьяну, представителю Франции. В 2013 году в итальянском Риете он пробежал за 13:18. Беласьян до сих пор в составе французской команды, уже выступает за взрослую сборную и выступает очень-очень уверенно. У него же, кстати, рекорд, европейский рекорд для юниоров 12:99 в 2014 году в Юджине. Ну, давайте последим за этим забегом. Француз на восьмой дорожке. Валит все барьеры, но обратите внимание там на него. Посмотрите, все-таки, несмотря на то, что он валит все барьеры, он проходит. Третьим. Но не факт, что первым. Нет, у меня полное ощущение, что он был здесь третьим. Диас победил, а вот француз-то, мне кажется, все-таки третий здесь. Прямо на флажке пробился в следующий круг. 13:57. Очень хорошие результаты показывают ребята в забегах. И очень ровненькие, да, 13:60, 13:56, 13:52. Это, я говорю, результаты победителей. 13:57. Видите, британец вторым. Да, и вот третьим должен быть француз. Мне все-таки кажется... Да, Лаварет. Да. Так что вот это то, что он навалял там на первой половине дистанции, сейчас покажут нам повтор. Обратите внимание, он клал все барьеры. Вот. Первый вот еще, второй положил, третий положил, да, четвертый положил. Пятый, вот он, шестой, вот все, что мог, седьмой, да, только остался. Да, все, что мог, положил. И вот это, конечно, не прибавляет скорости. Там говорят, что ничего страшного, положил, скорость не теряет. Теряется скорость на этом, конечно. Мало, но теряется. Если ты положишь каждый барьер, там по тысячный на каждом барьере сам у себя украдешь, то результат, видите, вот третий пока, слава богу, прошел. И по результатам... Ну, вот посмотрите, как румын Иканару с шестого места квалифицируется в полуфинал. Да, 13:82. Результат, который позволил пройти ему в